Мужчина в педагогике. Когда-то это понятие было обычным, но последние два десятка лет в школы и тем более в детские сады мужчины работать не идут. Но вот Ленскому детскому саду «Сказка» повезло. Уже 3 года в женском педагогическом коллективе работает мужчина, причем успешно справляется с воспитательной деятельностью. Сергей Кириллов пользуется заслуженным уважением и у коллег, и у родителей, а самое главное – у своих подопечных. А недавно он получил нагрудный знак «Надежда Якутии». Елена Парыгина продолжит. Молодой, но уже с неплохим багажом знаний после педагогического колледжа и опытом работы. Он начинал в Якутске, продолжил на родине в Алёкминском районе. И вот 3 года назад приехал в Ленск и устроился в «Сказку». А решение стать воспитателем было принято и того раньше. Я принял это решение еще в классе 9. Это когда мы с учениками, еще будущие, доходили в детский сад, показывали какие-то театральные представления, кукольный театр показывали, где-то что-то выступали. На каждый утренник я Дед Мороза все время играл в детских садах. И вот как-то решил для себя, что я буду обязательно работать в детском саду. В «Сказке» работает традиция наставничества. С первого дня Сергей Валерьевич в надежных руках опытных педагогов. Сергей Валерьевич очень дружен с воспитателями и возрастными, и с молодыми. Во всяком случае, проведению нот и разных организационных моментов они ему помогают. И помогают они ему с первого года, как он к нам пришел. Елена Георгиевна Богатых ему помогает, Светлана Дмитриевна помогает, Наталья Ивановна Сойна, старшие воспитатели наши. Приход в детский сад воспитателя мужчины поначалу даже насторожил некоторых родителей. Мужчины в школе, тем более в детском саду, остались разве что в известных кинофильмах «Усатые няни», «Джентльмены удачи». Но страсти давно улеглись. По-мужски и оценивают свой авторитет малыши мужского пола. У всех воспитателей женщины, а у нас только мужик. Он нам все показывает хорошо, мы все слышим, слушаемся. Совсем недавно Кириллов Сергей Валерьевич был награжден нагрудным знаком «Надежда Якутии». Действительно, на молодого педагога большая надежда. Сейчас Сергей Кириллов продолжает обучение уже в высшем педагогическом учреждении. И как знать, возможно, в скором времени ленчане услышат его имя среди директоров детских садов города. Елена Парыгина, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».